Добрый день, сейчас я продемонстрирую джинсы и талия. Цена за килограмм 700 рублей, упаковка 2,6 килограмм 900 грамм, стоимость всей упаковки 18 830 рублей, количество единиц 45 штук, стоимость за одну единицу 418 рублей. Первые мужские джинсы идут, размер, не, так, а вот здесь, наверное, указан, размер 38-32. Так, дальше светлые вот такие вот брюки. Скорее всего, женские. Размер у них 48. Так, это у нас мужские джинсы. Размер у них 32, L31. Так, светло-синие джинсы 38 размера, мужские. Так, это у нас светло-серые джинсы, женские, размер L34-30. Мужские вот такие вот ярко-синие джинсы. Размер у них, так, не вижу, где у них, видимо, отсутствует этикетка с размером, но так вот визуально может быть в районе 48-50. А, вот здесь вот указан 32L32. Так, бежевые джинсы мужские, наверное, размер 48. Секундочку, все упало. Так, черные брюки. Ткань похожа, знаете, на такую водоотталкивающую немножко. Размер у них 36-32. Следующие бежевые брюки. Размер у них 32-32. Темно-зеленые джинсы на резиночке. Скорее всего, они идут женские. Размер у них 56. Серо-синие джинсы на высокий рост, идут слегка заушенные. Мне кажется, что они женские, размер у них идет 32. Черные брюки, они, знаете, слегка таким болотного оттеночка идут. Размер указан 47-32. Светло-синие, яркие джинсы идут, женские. Размер, наверное, в районе 46-48. Так, это у нас тоже непонятно, мужские или женские. Размер у них 31-32, возможно, мужские. Серые, вот эти вот у нас идут женские, слегка заужены к низу, 33 размера. Так, это у нас светлые брюки, верх похож все-таки на женский, размер, ну, в районе 42-44, наверное, даже ближе к 44. Так, это у нас светлые джинсы, такой тонкие джинсы, они больше, знаете, даже не к джинсам, а к брюкам. Размер 36-32. Это у нас мужские прямые. Так, это у нас брючки, темно-темно-синие, мужские, размер 50.
джинсы. Кстати, вот по фасону тоже похожи на женские. Размер у них 30-32. Так, это мужские. С потертостями. Размер у них 33-32. Брюки мужские 48 размера. Так, это у нас мужские джинсы. Так, размер у них 54. Коричневые тоже мужские джинсы, размер 42-32 идет, L. Голубые джинсы прямые, размер 34-30. Светло-синие. Мужские джинсы 52 размера. Брючки в клетку. Такой, знаете, прогулочный спортивный вариант. У них размер 36 указан. Темно-синие джинсы. Такие, знаете, уже ближе к черным. Размер не указан, может быть 42-44. Так, это у нас синие мужские джинсы. Размер у них 50. Так, следующие синие джинсы. Похожи на женские. Честно, может быть мужские. Размер 32-32. Вместо молнии идут пуговицы. Так, это у нас черные джинсы. Так, 34-32. Брюки вельветовые. Размер у них указан 30. Светло-голубые с потертостями. Так, размер. Так, 50, что ли, L33. Может, тут не 50, может быть, там 30, но очень сильно стерта этикетка. Возможно, 30, L33. Ну так визуально у них 46 размер. 44-46. Здесь у нас размер 32, L32. Темные джинсы. Следующие тоже идут. Скорее всего, мужские идут прямые, размер, не вижу, где у них указан размер, но вот так вот визуально, может быть, в районе 50-го. Они идут темные, с потертостями. Так, дальше идут мужские джинсы, такой подростковый вариант с принтом. А размер отсутствует, может быть, 42-44. Серо-черные женские джинсы, зауженные к низу. Размер 32-32. Так,
дальше у нас черные, похоже, что тоже женские джинсы. Да, они тут женские, декорированные. Размер 33 у них. Серые мужские джинсы, похоже, что подростковые, потому что вот эти вот фиолетовые вставочки. Размер 33-32. Так, это у нас, ну, мужские, сразу видно. 35-34. Вельветовые брючки. Размер не указан, но мне кажется, в районе 42-го. Темно-синие женские джинсы на высокий рост. Сразу видно, заужены. Размер 31. Синенькие джинсы, размер. Это мужские, вот здесь вот Zara Man идет этикеточка. Размер не вижу, но тоже, скорее всего, 42-44 максимум. Черные джинсы 31 размера, мужские. Вот здесь ткань чем-то похожа на велюр, на ощупь. Размер 34-30. И последнее, это темно-темно-синие, почти черные джинсы. 32-32 у них размер. Сейчас вам будет продемонстрированы джинсы Италия. Цена за килограмм 700 рублей. В упаковке 26 килограмм 900 грамм. Стоимость всей упаковки 18 830 рублей. Количество единиц 45 штук. Стоимость за одну единицу 418 рублей. Спасибо за внимание. До свидания.